Друзі, ми повертаємося до нашого бадьорого, класного ефіру. І до нашої студії вже завітав стиліст В'ячеслав Дюденко. Доброго раночку. Доброе утро. І одразу хочеться поговорити про сезонні зачіски. Зараз вже весна завершується, і от дехто може ще і не встиг змінити зачіску, змінити образ. Тому давайте порадимо нашим глядачкам, що зараз у тренді і чого краще уникати і як змінити свій образ, щоб бути просто на як моделі на подіумах. Понятно. Ну, у нас в последнее время, в общем-то, ну, было такое безумие цвета, и многие очень такие интересные техники, там, многие женщины с длинными волосами ходили в салоны для того, чтобы им сделали такие сложные окрашивания с переливами цветов. То есть это был период колористов, которые создавали классные полотна, и многие молодые девчонки, девушки тоже, скажем, прониклись вот этим цветовым безумием, цветным, и стали себе делать какие-то очень яркие окрашивания там, из прямых пигментов. Но рано или поздно все равно это многоцветие заканчивается. Так. Сейчас уже многие стилисты думают о том, а как перейти вот в ахроматическую какую-то гамму, это вот сочетание, там, допустим, сейчас каких-то серебристых оттенков там, с металликом, может быть, чтобы как-то уйти от цвета. Вот именно вот сейчас вот это такая тенденция, то есть стилисты идут в этом направлении. По формам стрижек предлагается, в принципе, вот сейчас вернулись там очень удлиненные такие челки в стиле 70-х годов. Прямо как глаза закрывают. Мене завжди цікавило, як там щось видно через цю... Да, за это переживают, конечно, мамы и бабушки. Так. Вот. Но девчонки, которые когда-то ходили в 70-е годы, то есть они за это не переживали. В принципе, нормально, я думаю, остались со зрением. Больше нужно переживать, конечно, когда все в гаджетах, в компьютерах так далее. То есть это даже а больше. А краса вымогает жертв. Да. И вот такие жертвы не дуже велики. Длинные челки — это один вариант. Второй вариант, если у вас длинные волосы, то это могут быть слоями стрижка, но это раньше называлось как бы каскад, сейчас мы называем это прогрессия, потому что, ну, прогрессия от коротких волос сверху к более удлиненным снизу. Так. Но, конечно же, эти формы немножко, ну, они отличаются от тех, которые были, это каскады в 80-е годы, это совершенно другие стрижки. Как альтернатива вообще, это такие андрогинные короткие стрижки, то есть, ну, по типу мужских, может быть, так. Но все равно женские стрижки, они там оттеняются какими-то пастельными там окрашиванием, то есть они выглядят очень женственно, очень мягко. А девчонки, которые хотят вообще провоцировать, ну, сейчас вообще такие, ну, даже бритые есть вот стрижки такие очень короткие. Поэтому, ну, я смотрю, сейчас вот палитра есть и длинные, и там, скажем, короткие, супер короткие. Поэтому у нас сейчас вот возвращается действительно волна каких-то там 70-х, 80-х годов. И опять же входит все больше и больше завитки. Но завитки в 70-е годы это были там в стиле диско, то есть такие прямо шары. Шары такие, как афро, так? Да, ну вот афротекстура, все правильно, шары такие. И сейчас даже, если посмотреть, у нас вот... Все равняются, в основном мужчины даже равняются на футболистов. Так сейчас вот даже бразильские футболисты отращивают себе подлиннее волосы, они же кучерявенькие. Так. И вот тоже вот такие шарики у них уже появляются очень много. Ну, вот такой тренд. В общем-то. Хочеться також не тільки жіночі трішки зачепити, і по чоловікам пройтись. Як у чоловіків зараз? Ну, якщо ми візьмемо мужчин, то вже останні там 3-4 роки на подіумах появились парні, моделі, яких заставляють отращувати волосся. Примусово. Тобто більш удлинені, да? Ну, тобто дизайнери, це затребовано сидить. І, відповідно, теж там как бы стрижки в стилі 70-х-80-х годів, коли були удлинені форми, то есть закрытая шея, прикрытые уши. И соответственно, сейчас, конечно же, очень тяжело будет барберам, которые работают в барбершопах, потому что многие, как бы мои коллеги, ну, они привыкли к стрижке машинками, там, чтобы все было прозрачно, там эти плавные переходы, дымчатые переходы. А тут, опа, и идет мода на удлиненные формы. Но я в свое время тоже носил длинную стрижку, так. И у меня были там чуть ли не там, до середины спины, у меня были длинные волосы в свое время. Поэтому
А если мы опять же возьмем как бы, ну, более известных мужчин тех времен, то я вам скажу, что были и политики, которые отращивали себе волосы, там, и прикрытые как бы уши были. Я даже знаю, там и милиция у нас была, там советская период, тоже у них такие чуть более удлиненные были стрижки. А про футболистов я вообще молчу. Были даже футболисты, которые в сборной Советского Союза даже делали себе химическую завивку. Ого, неочікуваний розвиток подій. Да. Я оце хотів, знаєте, на вашу думку от запитати, цікавить ваша експертна думка. Коли от іноді йдеш по Києву і бачиш хлопців з такими маленькими хвостиками, мене цікаво, воно ж їм от взагалі не пасує. Як правильно підбирати зачіску, ось навіть якщо зараз тренд – це довге волосся, можливо, по формі голови якось розуміти, що воно тобі буде пасувати? Бо мода ж вона така, примхлива. Ну, я не знаю, просто бывает, что парни, как бы, во-первых, они могут проповедовать определенную культуру какую-то неформальную. Так. Ну, то есть у них-то вот какое-то сообщество, то ли музыкантов каких-то там творческих людей, то ли художников. И вот у них вот эти хвостики, это их там отличительная тема. Фишка. Меня больше даже смущает, это мои скажем, там, ровесники, так, которые на сегодняшний день действительно седовласые, и они отращивают такие длинные волосы, и вот еще с 80-х годов ходят с хвостами. И такие вот угрюмые, там все. Ну, это мне как бы больше даже не нравится. Но те ребята, которые на сегодняшний день хотят выглядеть как бы более интересно, разнообразно, ну, то есть они в любом случае следят за модой. Я знаю, в принципе, не только таких парней, которые вот только застряли вот на каком-то хвостике. Есть очень стильные ребята, которые, ну, классно как-то модно стригутся, они даже окрашивают волосы. Тут на днях мы с женой, там, скажем, были в центре города, там, на пересечении Саксаганского, там, и Горького, это бывшее, и смотрим, парень идет с таким приятным розовым отливом волос. Ну, как-то на нем даже это как-то не пошло смотрелось. В принципе, очень даже приятно как-то. Хотя это, ну, скажем, розовый цвет, это цвет девчонок. Ну, трішки так, не чоловіче. Ну, так, девчонок. Не, ну, он не выглядел каким-то жеманным. Нет, ну, так, ну, поэкспериментировал. Ну, может, завтра закрасит. Ну, можливо. Клас. А от хотілося б, от ми підготували кілька фотографій, які от зараз трендові, про які ви розказали. Трендові зачіски, трендові стрижки. І от хотілося, щоб ви їх прокоментували і сказали, як це втілити, наскільки, можливо, складно це втілити у життя, і взагалі, як це буде виглядати на людях. Ну, прекрасно. Я думаю, что вы сейчас покажете все эти формы. Ну, по сути дела, то, что я вижу, это моя подборка, я ее специально делал. Вот в данном случае сейчас вот я смотрю, это стиль афро. Вот парень, допустим, с окрашенными волосами, но есть уже перегибы иногда, вот, скажем, прямо как бы неоновые такие цвета. Иногда я говорю, мы уже дошли до безумия вот среди парней, потому что спроси любую девчонку, ты хочешь таким парнем встречаться? Ну, тут питання. Мало кто ответит, да. Здесь тоже вот на основе кучеряшек. Вот есть девчонки, которые тоже вот окрашиваются там уже в разные цвета. Это прям дуже патриотично. Не, ну иногда это уже, ну как бы перегиб уже идет, потому что такое... здесь вот такой андрогинный вариант. Мальчик-девочка, немножко провокационный, революционный, конечно, вариант. Но я знаю кучу девчонок, которым это нравится. Мало того, я знаю даже мужчин, которые... с удовольствием встречаются с такими девчонками. Они неординарные. Чему вот бы нет? Нравятся. Это такая фишка, да. Родзинка. Здесь тоже вот короткие стрижки. Здесь сейчас вот для молодежи, ну, предлагается вот желтый такой лаймовый цвет. Это как противовес вот ахроматическим тонам, металлику, серебру, как бы вот погасить. А вот в данном случае это вот современный как бы каскад. Это вот прогрессия, это стрижка слоями. Сверху там более короткие волосы, снизу длинные. Это дуже оригинально. Это авангардная стрижка, но здесь больше демонстрируется цвет, вот тоже такой серебристый оттенок, там с глубиной более темной, то есть ахроматические тона. Достаточно красивая девчонка, может себе позволить такие авангардные формы. Цікаво, цікаво такая. Дуже. Ну, это да, это не каждая себе такое может позволить. От тут, розумієте, ми підійшли до найголовнішого моменту. Вот длинна чолка, которая по центру, она немножко так вот разгрібається, щоб все-таки було... І, до речі, мені тут дуже гарно вона пофарбована, тому що верх блонд, а низ переходить такий в рижуватий. Дуже цікаво і красиво. Возможно, ну, там ще залежить від того, як упаде цвіт при зйомці. А це, до речі, палітра? Это палітра.
спектра вот этих оттенков, которые, скажем, такое цветное безумие, которое нас в последнее время все как бы сопровождало в определенных группах молодых девчонок, ребят и так далее. Но бывают ситуации, когда кто-то застрянет на этих, скажем, на этой стилистике надолго. Ну, в принципе, нравится, идет, и это как бы эмоционально как бы возбуждает там окружающих и так далее, такие яркие оттенки. И навіть провокує. А вот как контраст хроматическое там окрашивание, вот черный цвет волос и вот с какими-то металлическими там серебристыми там окончаниями, там концами, такой плавный переход. И в данном случае, если бы она полностью черная была, она бы была бы, ну, очень тяжелая форма. Угу. А в данном случае это придает ей определенную легкость. Но вот стилисты хотят уйти все-таки от этого дикого многоцветия. Ага. Пытаются уйти. А вот это кучеряшки вполне нормальные, то есть уличные, то есть стрит-стайл такой. Конечно же, кучеряшки хорошо смотрятся, когда есть игра света-тени. То есть какие-то пряди светлые, какие-то темные, и вот эти переливы, они создают определенную игру, объем. Это классно выглядит. Класно, здається, як-то вона на сонечку такому. Ну, ми опять вернулись, дуже гарно. Это вот где-то в стиле диско, афротекстура, то, о чем мы говорили. То есть тоже эффектно смотрится, когда вот какая-то геометрическая фигура подразумевается. Ну, то есть в данном случае шар, но сейчас стилисты работают какие-то асимметричные, делают какие-то эллипсообразные формы, там трапециевидные формы. Мне тоже очень нравится вот в таком ключе работать. Дуже цікаво. То есть это как-то пиарное искусство. То есть вот это на таких формах, на мелком завитке, это как-то пиарное искусство, и мы говорим, что это 3D-геометрия. Потому что есть геометрия плоская, когда вот ставятся какие-то линии на плоских, на прямых волосах, а это 3D-геометрия, она объемная. Мені, знаєте, от цікаво, на вашу думку, чи ви як стиліст по обличчю можете підібрати людині зачіску? А без этого не происходит ни одно обслуживание. То есть, ну, зачекайте. Надо каждой женщине, каждому мужчине стараться подбирать по типу лица, по определенным мимическим каким-то там отметкам, которые есть у человека, или там то, что ему по наследству досталось, какие-то там данные, там, потому что у разных людей разный нос, там разрез глаз, а ми там, можемо скули, от губи і так далі. Зараз поглянути на Альону і от згідно її рис обличчя підібрати якусь для неї, можливо, нову зачіску. Можливо, мені... Всегда можна. О, всегда можна. Клас. Ну, можливо, думку, мені пастуватиме афростиль? Афростиль мені буде нормально. Можна подобрати любую. Тобто вопрос, як її посадити. Ну, тобто це то же саме, як одежда. Тобто можна выбрать там любой фасон, любой силуэт какой-то, там сочетание пропорций, сочетание деталей. То же самое можно сделать прической. Я бы вам сделал что угодно. И короткую стрижку, и самый современный там боб каре. И можно сделать вот стрижку слоями, то есть тоже будет очень эффектно смотреться без проблем. И с удлиненной челкой, и даже с короткой суперчелкой можно тоже все подобрать. Ничего себе. А я завжди боялась дуже коротких стрижек, тому тут, що, ну, тут знаю. Вопрос психологический, понимаете? Есть понятие, многие девочки, им трудно уйти от образа Барби. Вот играли, ну, в куклы, да. Длинные волосы, мы должны быть принцессами и так далее. То есть одни революционерки не боятся этого, а многие считают, что вот женщина должна традиционно иметь длинные волосы. Ну, это уже чисто психологический вариант. Косу до пояса. Да, и даже сейчас такое есть, хотя мы живем в 21 веке, но есть девчонки, которые иногда, ну, вот, от косы никуда уйти не могут. А чи взагалі зараз в моді, якщо от реально у дівчини майже до поясниці волосся довге, і вона не відмовляється? Нет. Сейчас даже, вот посмотрите, очень многие звезды, эстрады, и мировой, там, и наши эстрады, стараются где-то вот, да, даже если женственная какая-то форма, там, с накруткой и так далее, это на уровне плеч. То есть потом на подиумах девчонки тоже ходят, никогда вы не увидите вот такие до пояса. Никогда, ни на одном подиуме вы не увидите. То есть если длинные волосы, это, ну, может быть, до середины лопаток, и то это не просто отрощенные там от макушки до контура, как у нас спрессованные такие волосы, они статичные, не двигаются, а обязательно это должна быть какая-то стрижка слоями, она должна быть подвижная, летящая и так далее. У нас же многие девчонки только кончики равняют. Ну, то есть висит полотно и кончики. Ну, то есть кроя нет, то есть костюма нет, платья нет. Это просто полотно, которое подравнивается кончики.
І все. Ну і, до речі, це ж не практично довге волосся. За ним треба дуже величезний догляд. Тому що є жінки, які там всю життя з хвостиком, з крабиком, там як-то вот дійсно заплітають, і для них це достатньо практично. Ну, в принципі, якщо зараз розібратися, от ми ще там можемо чуть-чуть затронути тренди. Ми ж упоминали там 80-ті роки, да? Сейчас от возвращаються, кстати, какие-то интересные платки. Вот, которые там, опять же, собираются волосы, то ли там определенным таким свободным плетением итальянским. Uh-huh. И можно придерживать каким-то платком. Это 80-е годы было. Uh-huh. И очень эффектно смотрится. Потом вот многие девчонки сейчас экспериментируют на длинных волосах, uh-huh. как бы используют какой-то пирсинг на волосах. То есть это металлические колечки. Это очень хорошо. Я бачила, так плетают. То есть есть какая-то бижутерия металлическая. Вот они пытаются вот это все сделать. Мы даже в свое время... Там, ну, я помню, там года, ну, где-то 4-5 лет назад мы тоже делали вот такую коллекцию специально это, с различными вот этими детальками, с различными аксессуарами. Тогда это было очень авангардно. А сейчас смотрю, оп, на улицах ходят. А є у вас якась от улюбленіша тематика, от найулюбленіші тренди, які, на вашу думку, ніколи з моди не вийдуть? Я не думаю. Мне это даже не интересно, честно. Ага. Ну, потому что идет время, нужно меняться. Я немножко с сожалением, там, скажем, и с грустью смотрю, когда ходят женщины с какими-то прическами своей молодости. Вот она эффектно выглядела, как бы когда-то, там, в 90-е, там, начало 2000-х. Вот застряла на каких-то волосах. Вот тогда были модные прямые волосы. И я была тогда молодой. Все. И она вот и носит это пожизненно. Но подождите, сейчас понятия молодости и стандарты молодости так. Другие. Значит, нужно тоже выходить в какие-то новые стандарты, себя обновлять, и тогда ты будешь всегда молодой. Так, ну логічно. Ну, до речі, от якщо дівчата ще трохи експериментують, то хлопців важко переконати, що треба стригтись не під машинку, наприклад. Під машинку це найпопулярніше. Ну так, шістерочка, дев'яточка там, чи навпаки. І от, в принципі, які тренди чоловічих, не знаю, можливо, навіть не тільки стрижок, а й укладок є? Нет, ну я знаю, я в свое время там в конце 70-х, начало 80-х годов я работал в мужском салоне, 4 года проработал, в самом дорогом, самом известном салоне города Киева, назывался «Киевский перукар». И честно вам скажу, даже в наш салон ходили некоторые нынешние олигархи, которые делали себе стрижки и укладки. И укладки в салонах, это приходили просто на укладки даже. Ого. Просто, да. Но укладки, то есть, ну, побриться, может быть, и укладки, обязательно укладки делали. Многие футболисты там известные и так далее на то время, там футболисты «Динамо», «Киев» и так далее. Но сейчас, ну, скажем, я думаю, что это потихоньку будет возвращаться, потому что это определенная тоже культура. Все, что касается ребят, ну, в плане трендов, там они там мало меняются. У нас бывает, что мы иногда приглашаем на свои какие-то мастер-классы, шоу-программы ребят-моделей, и они больше подвижны, дают возможности с ними поработать в плане каких-то экспериментов, чем иногда девчонки-модели. Ого, да, девчонки-модели, кстати, иногда более консервативные, честно скажу. Ого. Но в реальной жизни, конечно, мужчин сдвинуть очень сложно, потому что многие подвержены определенным, там, скажем, каким-то стандартам своего круга, потому что многие решают бизнес-вопросы какие-то именно в группе. А в группе не принято, там, как бы, чтобы ты чем-то отличался. Я знаю очень многих красивых парней, которые из-за того, чтобы достичь каких-то результатов, стали полные, толстые, побрились и выглядят очень ужасно. Но зато в таком виде им проще решать бизнесовые вопросы. Наверное, так. Это, да, это правда. В какой-то степени это даже, ну, я считаю, что это, ну, трусость определенная. Можливо, навіть. Почему? Потому что выглядеть нестандартно, выглядеть отличающимся от других, на это нужно иметь, ну, как бы смелость. Так навіть не те, що нестандартно, а просто виглядати так, як ти себе відчуваєш всередині.
Ну, це реально, треба зізнатися цьому. Ну, а якщо ти себе відчуваєш, ну, якщо ти себе відчуваєш вінтиком в общому механізмі, от тут то й питання. Тоді ти виглядаєш як вінтик. Так, не кожен може піти. Це вже так, стандартно, можливо, навіть психологічна така проблема. Хотілося б ще дізнатись про жіночі зачіски. Ви говорили про те, що багато дійсно є стандартних, кончики підрівняли і все. Якщо все ж таки виправляти цю ситуацію якимись укладками, якийсь час було модно плетіння, дуже різне, дуже таке, мабуть, було їх дуже багато виглядів. Чи зараз є якісь такі укладки, які от будуть супертрендово виглядати на жінках? Ну, я уже упоминал про платки, ну, то, что 80-е годы возвращаются. Потом я уверен, что сейчас будет набирать обороты вообще химическая завивка. И ага, вообще не стоит ее бояться, потому что там на длинные волосы можно делать шикарную спиральную химическую завивку. Сейчас препараты просто сумасшедшие по сравнению с тем, что было там 20-30 лет назад в этом плане. Все, что касается плетений, ну, конечно же, когда в каждом подземном переходе плели эти косички, то, по-моему, уже я не знаю, все перепробовали, все варианты, асимметричные, неасимметричные, афрос, наращенными, наращивали там эти волосы, вплетали и ткани какие-то, mm-hmm. и нитки, и все что угодно, и цветные. Ну, то есть многие перепробовали уже все. Ну, конечно же, оно надоедает, в общем-то. Mm-hmm. И поэтому, конечно, от этого нужно уходить. Есть те, кто еще не пробовал, ну, попробуют. Mm-hmm. Но массовости это уже, массовость уже ушла в этом отношении. Mm-hmm. Так, мы с вами говорим про зачіски, проте є один такий елемент, який останні декілька років найпопулярніший – чоловіча борода. Я теж. Так, от я ж вже чекав моменту, коли ми зможемо з вами, так би мовити, про святе поговорити. Тому що для чоловіків борода, до речі, ти посміхаєшся, вона важлива. Мені хотілося... теж подобається. Ну, на чоловіках. Хотілося просто запитати, на вашу думку, які тренди в бороді саме? От які будуть, можливо, популярні найближчий час? Я можу вас, ну, как бы, там, в плані як стиліст, ну, от як, mm-hmm. немножко можу огорчити. Тому що, ну, розказати предісторію. Я, допустим, там, в 2015 году mm-hmm. носив уже бороду, вот, ну, подобного mm-hmm. плана, чуть-чуть плюс-мінус, там, такая, другая. І потом я походил годик і збрил. Почему mm-hmm. збрил? Потому що я смотрю, там, опа, мої колеги по всему миру, как бы, стараются уже уйти от этого. Потому mm-hmm. что сам тренд на бороду, он там где-то еще там с начала десятых, как мы говорим, mm-hmm. но с начала десятых годов начинался, и вот этот был как бы стиль дровосека назывался. Ну, да. mm-hmm. Вот с этой бородой очень много было разных вариантов, скажем, и к ним укладок, и mm-hmm. бороды большие, маленькие, там фигурные какие-то, масса было. Mm-hmm. Безусловно, конечно же, сам акцент, ну, мне нравится, там, допустим, я сейчас там хожу с бородой, потому что я вижу, что это там производит определенное впечатление, mm-hmm. там это характеризует мой какой-то образ, индивидуальность. Я mm-hmm. еще вот отрастил, не окрашиваю сейчас себе волосы, хотя я всегда их окрашивал. Mm-hmm. Там, и как-то оно нормально там выглядит все вместе. Для мужчин, конечно, вы правильно сказали, борода очень важна, потому что иногда это многим придает мужественность. Есть мужчины, которые, ну скажем, по характеру достаточно сильные, они решают хорошие вопросы, mm-hmm. но от природы у них там маленький подбородок, да, там узкое лицо, mm-hmm. там не, а когда отращивают бороду, сразу становится какой-то волевой такой образ. Mm-hmm. И, так. конечно же, женщинам это нравится, mm-hmm. безусловно. И многие мужчины, конечно, и когда в бороды как бы входят, потом им сложно оттуда выйти. Так. Да. Но мы знаем разные периоды. Были периоды, когда там еще конец 19-го, начало 20-го века там поголовно почти все мужчины носили mm-hmm. бороды. То есть очень много было. А потом мы можем вспомнить как бы там те же 60-е, 70-е годы. Ну, были попытки даже вот там последние там какие-то концерты Битлз, они mm-hmm. бороды отращивали. Но это был не очень долгий период. Ну, то есть попробовали там, как бы поносили. То есть это тоже было в свое время там модно. Даже репортерская бородка такая mm-hmm. вот, эта пятидневка. А, це ти щетина, так? Да, вот щетина. Ну, в принципе, она тоже дает определенную такую мужественность и так далее. Ну, я думаю, что каждый может выбирать для себя mm-hmm. вот этот аксессуар. Хочет там какой-то волевой подбородок, пожалуйста, mm-hmm. отрасти там чуть подлиннее такую лопатку хорошую. Да. Если хочешь просто быть каким-то там, выглядеть чуть-чуть таким брутальным, как говорится, брутальным, пятидневка в самый раз.
Так, я зрозумів. Ну, виходить просто, що це все універсально, кожному своє. Да, в любому случае проходить какой-то тренд. Угу. Вот тренд, он там на пике. Но каждый может с этого тренда себе для собственной угу. индивидуальности выбрать какие-то интересные там моменты, угу. какие-то детали, да, носить. Но, конечно, не глобально. Угу. Это не относится к тем прическам, о которых я говорил, когда носят прически своей молодости. Это не об этом. Клас, так. Дякуємо вам. І давайте на завершення побажання нашим глядачкам якісь рекомендації, аби вони завжди були в тренді і завжди от дослухалися до свого внутрішнього поклику і образу. Ну, я можу на сьогоднішній день пожелати нашим там дівчатам прежде всего, это то, що не боялись експериментувати, но даже не надо делать кардинальних каких-то там взрывов и так далее. Можно там на сьогоднішній день есть суперокрашивания какие-то безаммиачные, можно какой-то просто оттенок элементарный своим волосам сделать. Потом сегодня очень популярны различные укладки. Экспериментируйте с укладками, с какими-то видами накруток, там крупные, мелкие, спиральные там и так далее. В принципе, можно даже какие-то начесы пробовать, какие-то ну, чуть-чуть гиперобъем какой-то создать. А когда еще? Ну, то есть получается, что некоторые девочки ходят вот так с прямыми волосами, такими облегающими, кончики подравнивают. Я говорю, самая популярная стрижка – кончики. И получается, и никакой радости в жизни. То есть очень скучные, то есть сами никакой энергетики, никакой харизмы нет и так далее. Когда ты начинаешь что-то экспериментировать, у тебя и внутри что-то начинает меняться, у тебя и потом в окружении все начинает меняться. Это правда. Заметьте, женщины начинают экспериментировать и что-то ищут, их тянет к какой-то эстетике, красоте, каким-то переменам, революционности между замужествами. Почему? До речі, це так. Почему? Бо є час експериментувати. Так, почему? Так. Ну, дійсно, ну, да, дякуємо вам. Дійсно, хотілося б відзначити цей інсайт, коли, як не зараз. Керуйтеся цим правилом. Дякуємо вам. Нагадаємо, що у нас у студії був В'ячеслав Дюденко, стиліст. Друзі, ми вам дуже вдячні, що ви додивилися це відео. Впевнені, що вам було дуже цікаво. Тож підпишіться обов'язково на наш YouTube-канал, аби не пропустити нових ефірів з крутими гостями. А також, коли підписалися, не забудьте увімкнути дзвіночок, адже саме він є запорукою отримання оперативної, найактуальнішої та найгарячішої інформації. We'll be right back.